Вот жирок. Это гусиный жир, это кокосовое масло. Уж если жарить, то лучше вот на кокосовом масле. Он при высоких температурах не создает вредные цепочки и не старит организм. А так происходит закисление. Если вот обычные масла обжариваешь, там свободные радикалы будут, старение рано, в общем. Ну вот уж если жарить что-то, можно овощи приготовить так, что они будут как мясо. На жиру приготовить, побольше жира, овощи нарезать, овощную рагу сделать, закуски всякие там будет. Такая вкуснятина, что и мясо не надо. Чечевицу обжарить, вот мило дело вообще на этом масле. Ну, на жиру вот, или на масле лучше всего. Я использую кокосовое масло в основном. Шоколад делаю с ним. Шоколад, конфеты, масло. Ну, в смысле, жарю что-то там, если мне надо поджарить. Вот, ну, тоже ничего, пойдет. Гусиный жирок, плов из бурого риса, классный.